И помещением Сонна Маджо на это место затормозить их не удастся до той стадии, как стрелять надо быстрее. Но если все понимаешь, ну а если вот представляешь, вот сейчас год избирательной кампании, что круг, год избирательной кампании. Чего ругаешься? Моня. Будя моя. Ну, расскажи, что ты тут делаешь. Семечки щелкала. Семечки щелкала? Это что ты это снимаешь? Семечка поедателя. Ты торопись. Блин, стоило зайти в книжный, и 3000 как не бывало. Все, началась у нас погода холодная. У меня получится, знаете, влог такой за все пребывание, что я здесь была, за 2 недели. Везде по чуть-чуть. С каждого дня будет по несколько секунд. А сейчас я иду на рынок. Спрашиваю лапшу для чапче. Ага, сколько стоит она? 250. Ага, ну давайте вот такую. Я не знаю, как можно захотеть купить здесь медведя. Такое ощущение, как будто их тут повесили. Это висеница огромная, медведей. Ну ладно. Смотрите, и здесь продвинуто. Ну, бородки это хрен с ним. Кепки, корейский стиль. И черные маски. Сходила на рынок. А до рынка я, знаете, как я шла? Думаю, ну я же 2 дня сидела, чтобы деньги не тратить. Ну, не только, я вообще, в принципе, сидела дома. Поэтому ничего я не снимала. А то, как я не выйду, и денег нету. Вообще, пошла. Книжный. Ну, иду на рынок. По пути. Книжный. Зашла. 3000 с чем-то. Пшит. Иду дальше. Пишу кому-то, что, блин, не успела зайти куда-то. В книжный в какой-то. Уже 3500 улетели. Так, сумка тут. Все. Иду дальше. Аптека.
А меня попросили привезти лекарства кое-какие. Ну, я это. А тут, видите, еще тут у меня. Пью 3 дня ацикловир и мажу ацикловир. Ну, блин. Вместо того, чтобы этому уходить, еще на 5-й точке образовался. Я это. Говорю, дайте что-нибудь. Не только же ацикловир есть, да? Они говорят, конечно. Прям вместе с ним принимаете, дали 2000. Плюс то, что попросили купить 3000. Нету. Или 2000. 2 с чем-то тысячи в итоге. Итого 5 с чем-то тысяч. На рынок иду, уже боюсь. Представляете, если я шла на рынок и по пути уже потратила больше 5000, ну а что ж на рынке-то будет? Ой, слава богу, я туда шла, а больше не за покупками, я потратила там 250 рублей только на эту лапшу для чапче. А шла туда снимать, короче говоря. Вот. Теперь я боюсь куда-то заходить лишний раз, что-то смотреть, потому что, ну, это болезнь, ребята. Короче, по дороге шла-шла, и не могла я пройти мимо своего кафе любимого здесь, в Хабаровске. Называется это «Лавита», в районе детского парка. Еще здесь называют их «Два льва». Заказала я очень вкусный чай с облепихой и этой, как ее, мятой. Он слегка сладковатый, прям как надо. И сейчас я ожидаю, знаете что? Лосось по-японски. Я спросила, с чем этот будет лосось. Мне сказали, что с пюрешкой. На мою фразу, ой, как это очень по-японски, сарказм не оценен был. Ну что ж делать? Сейчас сказали, уже почти готово. Ждем-с. И пока жду, покажу вам вот такую вот бадью. Там 0,5 литра было. Видите, здесь свежая облепиха, что очень важно в это время. И сам чай, ну, он больше на морс, конечно, похож. Я не знаю, чай здесь присутствует. Мне кажется, здесь раздавленная облепиха. А может быть, яблоко здесь, я не знаю, что это за кусочки. И мята. Очень хорошее сочетание. Прям супер. Дома же я купила себе облепиху и делала, заваривала чай, но без мяты. И вот попросила маму, но она, к сожалению, забыла принести мяту. У нас есть на даче. Надо исправить это. Спасибо. Принесли мой японский лосось. Боги-боги. Сверху это корешки от бокчой. Бокчой — это китайская капуста, как я вижу. Лосось больше похож на семгу или киту на самом деле. Здесь белая, не знаю, что за паста. И пюрешка. Вот такое ушатое блюдо. Давайте отломим кусочек и попробуем. Для лосося он слишком постный. Либо лосось был на диете, либо все-таки это не совсем лосось. Ну, во всяком случае, не тот лосось, к которому я привыкла уже у себя. Да, он слишком активно пахнет такой рыбой. Не в плохом, не в хорошем смысле. Вот все-таки продукты очень отличаются именно по, не только по вкусу, а именно по запаху. Сравнивать с японским бесполезно, потому что японские, они ловят в такой сезон, когда он очень жира много нагуливает. Ну и лосось, сами понимаете, бывает разный. И не только от места, где он водится, а вообще, в принципе, виды. Бокчой безвкусный, не приправлен он ничем. Давайте его досолим. Ой, какая соль, это очень активная, солит. Соломка, я имею в виду. Ой-ой-ой. Я из-за этого герпеса не могу... Ой, я, блин, пересолила. Не могу нормально открыть рот.
Помидорка. Вот было написано, что он в японском то ли соусе, то ли в чем этот лосось. Но пока я ничего японских нот никаких не ощутила. То есть японское это что? Это мирин саке соевый соус или соевый соус с сливочным маслом или какая-то имбирная будет добавка вот тоже соевым соусом или с пастой мисо. То есть что значит по-японски? Я ни того, ни второго, ни третьего здесь не ощущаю. По идее, если честно, да, вот они пишут по-японски. Вот именно этот кусок, такой вот лосось, я бы перед готовкой его обязательно замариновала в мирине или в саке, и тогда он бы частично, ну, очень прилично, вернее, убирал бы вот этот рыбный дух. Русский лосось, я не знаю, что здесь японского, правда. Одно название. Лосось выловлен в России, явно не в Японии. Приготовлен не по-японски, а по-русски. Пюрешка тоже сопровождение, знаете, очень нетипичное для Японии, а именно типичное для России. Плюс вот эта вот подливка зеленая, напоминающая базилик, но это не базилик. Просто вкусный травяной какой-то сливочный соус. Это вкусно, это сытно. Но либо название менять, либо все-таки пересматривать рецептуру данного блюда. Все, доела, допила. Вот так выглядит Лавита. Чем она мне нравится по сравнению с другими? Тем, что она находится в доме, так называемой сталинки. И изначально первый этаж этот был предназначен для либо кафе, либо ресторанчика, либо продуктового, ну, какой-то магазин. Не знаю, кстати, что здесь было в советское время, до появления Лавиты тоже я не знаю, что здесь было. Что-то сменялись, по-моему, какие-то были магазины, знаете, как коммерческие точки 90-х, 2000-х, но не могу утверждать. И так, хочу снять здесь вам вот Лавита, вот два льва, видите, это вот львы. И вот Лавита на двух львах в таком вот здании, сталинке. Очень импонирует мне и место, и сам дом этот, и внутреннее помещение. Также мне импонируют очень приветливые и заботливые официантки, которые там работают. Попалась один раз, как-то вот я приезжала в какой-то год, одна такая, не то чтобы хамоватая, а вот именно какая-то холодная, или как это объяснить, безразличная, вот. Но в основном официанты очень хорошие и готовят неплохо. Хуже, конечно, ланчи. Ланчи – это прям такие столовские бывают. Ланчи не очень, знаете, готовые обеды вот эти вот. А вот если брать все вот это вот отдельно, то очень даже достойно. Немного вам города Хабаровска. Я на улице Ленинградской. О, какие машины ездят. И иду вот сюда. Это называется Эко-дом. Итак, после посещения еще одной точки у меня прибавился пакет. Килограмма так на 4. Короче, я как вьючая лошадь. Или кто он? Вьючий кто? Ишак? Ишица нет. Ослица. Обожаю вот такие штуки. Ну вот это, ну, вроде кому-то принадлежит эта территория. Вот откуда столько мусора, люди? Ну неужели вот сами идут и бросают все это? Тут же голубые ели, и тут же вот это вот все мелочь. Это вот сигареты, фантики, какие-то ценники. Это же все делает кто? Не разруха же? Старуха с рукой.